Вы когда-нибудь просыпались от телефонного звонка, стука в дверь и удара по морде одновременно? Как же так произошло? На самом деле все довольно прозаично и просто. Сначала вы много зарабатываете и много тратите. Потом доход уменьшается, но траты те же. Тяжело отказаться от красивой жизни. Вы влезаете в долги сначала друзьям, потом к друзьям друзей, коллегам, приятелям. Но не все деньги идут на погашение долгов. Нужно ведь и о себе подумать. Ты уговорил моего подопечного вложить немалую сумму в свою компанию, помнишь? Вчера деньги все должны были отдать, но что-то я не понял. Денег нет. Мне нужно время. Слышь, ты урод. Где деньги? Где деньги? У тебя будет время? До 10 вечера сегодня. Надо что-то замутить. Что случилось? Короче, парни, время идет, надо что-то делать. А именно сваливать. Есен? Да ну бред какой-то. Может, стоит проконсультироваться с кем-то? Давай конкурс объявим на лучший план ограбления. Тебе ЛВ надо? Хватит меня бить, заколебали вы! А как все просто. Деньги будут, а? Все. Doors, I'm a fool for your love.